Вот первый удар поворотом Маринато Гилерми выручает сейчас. Да, так и есть. Бернат в итоге будет навешивать. Подача. Гилерми выходит. Мяч забирает абсолютно спокойно. Сразу же вводит на рывок партнера. И хорошую передачу можно вот здесь сделать. И Локомотив должен забивать и открывать счет в этой встрече. Чуть ли не половину состава «Казанки». Сейчас Сильянов ошибается, к слову, о составе «Казанки». И у Жилина хороший момент есть для реализации. Да. 1-0. Офсайд! А можно было бы попробовать перевести мяч на другой край. И теперь уже... Вот, вот момент у Сильянова. 1-1. Исправился Александр за ошибку, допущенную у своих ворот. Блестяще подключившись в чужую штрафную площадь. И теперь счет сравнивается. Входит здесь Петраш. Последнюю секунду опережая нападающего российской команды. Какая хорошая передача, и Локомотив рвется в атаку. Вот здесь сейчас важно. Ах, пас в центр поля, и мяч все-таки практически закатывается в ворота. Чуть-чуть совсем не хватило. По-моему, голос Николича мы услышали. Вперед, вперед. Здесь нужно исправляться. Ой-ой-ой, какой провал в обороне. Передача в разрез. Ну-ка, Худяков, выручай. Нет. Он бросился исправлять ошибку партнера по команде. Но сделать это было уже затруднительно. Передача, все в касание. Вот это красиво. Титков забивать нужно. Ну-ка, пятка. Или аккуратненько укладывает. Все-таки Антон Миранчук. Вот. Свалить не получилось. И дальше идет Жилин. Да что ж такое-то происходит? И опять Ямбар убегает. И вот здесь Худяков, браво! Ну, игра была тяжелая. В связи с тем, что было жарко и было тяжело бегать. Но свою игру я оценил как обычно. Особо ничего выдающегося не сделал. Команда молодцы, бегали, старались. Вот и выиграли за счет этого. Ну, игра развивалась очень интересно, потому что сначала мы вели в счете, потом уступали. В целом нам попался хороший соперник. Вот, мы отработали некие варианты нашей игры. И думаю, что это только начало. Насчет состояния на этот матч, то, мне кажется, у нас было идеальное состояние. То есть не было никакой усталости. Вот, и были в достаточно хорошем тонусе. Да, классический момент, просто я атакующий игрок, стараюсь играть всегда в атаку. Вот, и выпала такая возможность, на дриблинге прошел, увидел открывание Тохи Мирончука и вкатил ему. Ну, вот, а дальше реализация, если бы он не забил этот мяч, голевой бы не было. Ну, у меня ударов практически не было. Вот, поэтому ничего сказать не могу. Команда боевая, бегают, борются. Хорошая команда. Ну, всегда начинать сборы с победы. Это всегда приятно. Я думаю, это только добавит какое-то настроение нашей команде. Вот, и надеюсь, дальше мы с той же яркой будем побеждать.